Вот как вечером выглядит море на пляже Корон. Ну, так более-менее успокоилось. Это променад, вдоль променада различные кафе, магазины. Вот здесь, пожалуйста, рыба 180 бат, 200, 300, 500 могут зажарить. 100 бат. 5 вот больших креветок, 100 бат. Это что у нас? Осьминожки, 150 бат. Чикен? Чикен, шашлык вот. Кукуруза, перец, курица, 100 бат. Так, большие креветки 600 бат. Лоса? А, лобстер. Лобстер 1000 бат. Здесь можно вот так посмотреть меню, определиться ценами и вот в таком кафе сесть. Вот. Давай, мадам, туда. Китай сидит. Hungry Corner, ресторан. Yeah. Hungry. Ням-ням-ням. Сейчас хотим пройтись по этой улице. Найдем место, где поужинать. Если найдем, пойдем, наверное, пройдемся по ночному рынку. Как-то. Вечернего моря в ленту кинем. Перейдем дорогу. Мы здесь же купались, да, перед ним? А дальше? А, ну они так параллельно, да, вот эти ходы идут. Смотрите, море прям как волнуется. Андаманское море, Индийский океан, это вам не шутки. Здесь красные флаги, вот есть обратное течение, это тоже очень опасно, может быть, затягивать туда, надо быть осторожным, и выплывать оттуда надо не паниковать, а уходить в бок. Смотрите, какое разнообразие здесь, допустим, вот пальма, вот эти вот все тропические названия, кто знает, напишите, и вот хвойные деревья. Все это вот сочетается, дает такой вот и запах свой, перемешку с морским запахом, вообще классно. Смотрите, сколько много хвойных деревьев. Сзади вот такой вид. Здесь поворачиваются хвойные деревья. Позади меня горы. Пухен идеальный вообще природы. Идем по променаду, вот справа, кто хочет, допустим, такси вызвать, вот здесь тук-тук, есть мотобайки. Такой вот длинный, классный променад. Такой с моря освежающий, приятный бриз. Вот несмотря на то, что вот, кажется, вот многим небо затянуто, холодно, вот видите, как люди одеты. То есть комфортная температура для прогулок, для купания. Обращать внимание на волны. И вот ряд пошел ресторанчиков. Кто-то знает, чем ближе к морю, тем дороже. Вот называлы стоят. Вот. Пожалуйста, кушать. Столько ресторанов. Они вот такой интересной формы. Почему-то на первой линии пустырь. Наверное, здесь скоро уже будет высококлассный отель. Хорошее место. Получается, граница Корона и Каты. Видите, пляж Корон. И вот с этого места начинается уже граница Каты. Получается, вот за этой горой пляж, где сегодня мы купались, вот раньше я показывал. Вот там этот пляж. Клаб называется там. Это уже, видимо, туда заходишь, там дискотека, наверное, программа какая-то, музыка. С этой стороны рестораны.
Ну, наверное, уже где-то через месяца полтора здесь будет самый вот этот виш. Ни одного свободного места. Ступеньки с подсветкой, чтобы подниматься. Проходим какой-то вот динопарк. Такой вот динозаврик. О, когда к нему подходишь, он скалит зубы. О, будьте осторожны, так палец не ложите. И тут же динопарк. Все вот в форме динозавров. Тоже прикольная локация. Кафе вон там, смотрите, какие джунгли, заросли. Смотрите, очень опасно. Не шутите с ним. Гарден, я не знаю, там платно или бесплатно. Ну, наверное, посмотреть, наверное, проблем нету. Вот, смотрите, вы вот так вот можете сесть, в баре заказать выпивку и вот на таких столиках посидеть, находиться. И здесь вот эффект джунглей. Вон птеродактиль. Здесь вот такая река. Даже вот щебет птиц, наверное, какие-то микрофоны сделаны. Пожалуйста. И вот здесь такой водопад с горы каменной. Тоже, да, если будете проходить, обязательно посмотрите. О-о-о-о! Смотрите, шоу какой-то огненный идет. А, это извержение вулкана, кратер. Прикольно. Ну-ка, давай, третий раз. О, ребята, здесь полное погружение в атмосферу. Мы сюда зашли, это не фотка, да? Сейчас на выходе скажешь нам, только об одну. За баром сидит, наверное, такое развлечение, вот эти фишки сюда вставили. А вот там готовят уже. Вот я люблю, когда кухня открыта, вот видно, что готовят, как. Все свежее. Вот идет дымок. Вот здесь тир такой. Попутный. В общем, развлечения на любой вкус для туристов. С любой тематикой там вот. Кому что интересно. Наглядно, да, вот какая пицца, да, вот, пожалуйста. Пицца Маргарита и плюс чан 250 бат. В общем, здесь такие сувенирные лавочки. Впереди я вижу. Так, впереди у нас такой путь будет, и уже дальше начнутся кафе, да? Которые нас интересуют. На улице прям витрина, выпечка, маффины 100 бат, пирожные 200, круассаны 100. Цены посмотрите, какие здесь. И здесь можно. Прикольная обувь. И вот смотрите, уже я вижу, такая пошла бюджетная кафе. Лапша с курицей 79 бат, курица с чесноком 79, рис отварной 49 с наполнителем, жареная курица паттай 99 и жареный рис курица 49. Ну, например, кто на долгое время приехал, это идеально прям. Вот, садись. Окей, beautiful. Nice, guys. Красавчик. Да, разные. Рыба, крокодил, да? Тапочки, рыбки. Beautiful, да? Beautiful, original. Снайпер. Спасибо.
How much? 650. 350. Да, вот это грибы, да? Нет, нет. Сейчас мы налево пойдем. Так, здесь уже такой оживленный перекресток. Смотрите, вот улочка узкая, тут и мопеды, и всякие байки, и вот этот как его автобус, такси. Русская аптека. Пойдем, 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 пойдем. Более так весело начинается, вот такой бар, здесь собираются люди, и можно будет сидеть и, как говорится, общаться напротив байки. Его очень распространены прачечные. Ну, ты сам приходишь, стираешь, закладываешь. Так, что-то здесь уже более-менее тихо, да? Куда-то мы вглубь идем. Такой старый домик. Барбер 7-11. Атмосфера. Девушка на байке. Ресторан турецкой и азербайджанской кухни. Караван-сарай. Салатикат. Там мы Red Corner. Да, здесь уже, в общем, как бы это по долине, от главной улицы, здесь уже целый дешевле, для местных. Вот это вот. Русский меню? Привет. Савадикат. Полкило сколько стоит? 200 бат полкилограмм, да? Намного. Много будет? Много, да. Полкилограмм. Чанг, сколько стоит чанг? Чанг? Сколько надо бить? Мне на 4 одну надо. На все одну. Организуем. Решили остановиться в кафе Red Corner. Тут мой друг видел до этого обзор. На него тоже все хвалили. И цены недорогие. Сразу же нам принесли комплимент. Арбуз и манго. Мы сели в таком кафе. Это кафе называется Red Corner. Видно, что оно пользуется популярностью. Такие цены здесь приемлемые. И вот то, что мы заказали. До этого я показывал креветки, мы заказали. Я заказал рис с морепродуктами. Тоже такая подача. Здесь украшение. Это у нас паттай с морепродуктами. Рис с креветками. И паттай. Курицы. Курицы, да. Блюдо стоит 70 бат. Цена очень приемлемая. Заказали вот девчата такие коктейли, видите, подача, вот эти украшают лепестками. А вот уже подошли наши жареные креветки. Жареные креветки, вот соус, такая подача, цветочки, в общем, все четко. Привет, его официанты. Самое главное, мы сказали, что мы там ходим в 7-11, возьмем кое-какие напитки с собой, да, без проблем разрешили. Здесь можно заказать вот эти все там смузи, креветки, да, что угодно. Муай-тай, да? Разъезжает такой пикап, в общем, здесь намечается вот этот Monday Night, это турнир по муай-тай, там вот выступает
так прочитать я не могу, кто выступает в районе поток будет. Ну, бойцы вот и там Англия, Россия, Япония. В общем, турнир будет проходить. И они делают рекламу. АКП разъезжают, разносят брошюрки. Очень хороший сервис. Вот прям вот и комплимент дали. Манго, арбуз, в конце влажные салфетки. Конечно, здесь хорошая конкуренция, вон там слева в желтом, это их конкурирующие кафе, и они его так называют. Ну, мы просто на это кафе обзор видели, и поэтому решили сюда зайти. Очень понравилось, вот, подача, я показывал, что это цены, там, магнолии, там, листы, все четко. Здесь вот мужчина спросил, можно рассчитаться картой, да, это можно. Вкусно покушали, вот сзади меня вывеска Red Corner, я вот не знаю, какая это улица, ну, район Ката. В общем, вообще обалденно готовят, вкусно, всякие такие там ништяки, типа фруктов, там в конце салфетки дают, вежливое обслуживание. Очень хорошее кафе. Возьмите на заметку. Давайте подробно, вот вывеска Red Corner ресторан, свежие морепродукты, тайская кухня, европейская, китайская. Режим работы 10:30-22:30, каждый день, Wi-Fi. Расплата картами Visa, MasterCard, Apple Pay. Вот. Берите на заметку. Я вот только что обратил внимание, вот через дорогу Red Corner 2. Вот видите, это тоже их точка. Две точки друг напротив друга. Вот это на байке, это возможно хозяин. Ой, Кызлар, рахмет! Капулка, рахмет, рахмет! Рахмет, пока, бай-бай. Да, вообще очень вкусно там покушали. Все понравилось. И как бы я бы рекомендовал бы там покушать. Смотрите, тоже красивый ресторан, вот типа как в виде пагоды. Такой. Вышли из кафе и мы пришли к ночному рынку, расположенному в районе Ката. Сейчас давайте зайдем внутрь, посмотрим, покажем, что там продают. Еда, вещи и тому подобное. Пойдем посмотрим. На входе здесь получается соки, стики райс, манго. Справа уже фрукты, корзинки. Так, кстати, я иду как бы по самой первой улице фруктовой. Посмотрите, фрукты все хорошего качества, товарный вид. Вот у них есть тоже своя оплата через QR. Манго, несколько видов. Помело, манго, прайс. Вот это 40 бат. Вот это? 80 бат, ага, так. Вот это? А, это одно и то же, да? А, вот это small one, 1 гига, 80 бат. The big one, 1 гига, 100 бат. 100 бат, ага. Это Thailand one. А, Thailand манго. Thailand, о, есть. Вот здесь нарезки фруктов, ассорти, да, вот можно? Маракуйя, драгон фрукт. Так, это сколько? 40 бат, да? 40 бат, место. 40 бат. А зеленый что такое? Виноград? Грейп? Грейп? Грейп отдельно есть, да? Отдельно, отдельно. Сколько стоит? Грейп, грейп, грейп. Отдельно. А, есть, да? Ну-ка. А, вот. Вот. Ага, крупно. Сколько стоит? Один килограмм. 180 бат. 180 бат, да? А, вот это четко. Это тоже, да, так же? Вот это 180 бат. 180. Одинаковая цена, да? Ага. Можно чуть-чуть вот это, чуть-чуть вот это. One price. One price? One price. 180, 180. Вот это вот. Нет, сейчас мы назад пойдем. Вот виноград здесь. Там у нас не продается на районе. Да вон стоят эти виноград. Да, да. Это виноград? Да, да, да. Так, вот направо уже пошел в рынок еды. Налево, видимо, алкогольные бары. Король фруктов бурьян, но вот так мы что-то и не решаемся его попробовать. Кто-то говорит так, ну не знаем.
тоже вот. Такой ассортимент, напитки. Здесь у нас столики, люди сидят. Здесь готовят блинчики. Вот огромный вот так вот ряд столиков. Люди сидят, кушают. Здесь вот морепродукты. Рыба. Вот лосось уже с салатом. И так далее. Ну, кстати, давайте еще покажу. Здесь у нас вещевой ряд. Он прям до конца идет. Тоже, ну, пряжная атрибутика. Вот это шум, это дождь пошел. Футболки, там, тапочки и тому подобное. И вот он тянется почти еще вот метров 100. Мясо, рыба, вот еще креветки. Короче, вот, вот это тоже нормальная тема, стейк. Лосося 180 бат. Вот нормально тоже, да, один такой. Блины. Каков 50 бат. В общем, вовремя мы дошли. Вот покрытие. Прям такой ливень пошел. А вот сейчас я покажу. Вот только мы дошли буквально. Вот пошел ливень. Так, это у нас вот морепродукты в пиаре, курица, жуки, жуки, пожалуйста, жукика. А, окей, окей. Так, здесь роллы, шашлычки. Тапочки, рубашки. Вот такое мыло, как бы оно больше декоративное было. Один раз мы брали, и там краска, видимо, куркума, что ли, в составе. Что, нашли? Мангуси, интересно будет, как? Мангуси попробуем. Попробуй мангуси. Буквально 3-5 минут и дождь прошел. А так вообще ливень был. Вот это, я думал, девушка это какая, манекен. Пожалуйста, шпажки. Овощи, венки там, баклажаны, грибы, креветки, щупальца. Так, здесь у нас гонконгские вафли по цене 200 бат. Смузи, напитки. Вот здесь, допустим, такой сет, вот виски и там кола спрайт 350 бат. Но выгоднее, конечно, брать 7-Eleven. Кто где пришел, где кто присел, там кушает. Есть столики. Где, где, где? Где, где? А, вон все вижу. Вот мне подсказывают, вот плов, солнце. Здесь кухня есть, где-то я даже слышал, есть казахстанская кухня. Ну что-то вот я не увидел, например, вот, где готовят паттай, например, на улице, да, вот такого что-то я не увидел. Ну, все стандартно как-то. Да. И я вот увидел, тоже есть точка, а, знаком халал. Курица, креветки, рис, карри, масама, грин карри. Халал тут. Тай кузин. Ой. Мы говорим ой, иностранцы говорят excuse me. Грин
Гёдзе? Гёдзе? Гёдзе. Шаурма. Это вот массаж рыбками 10 минут 120. Я вот не знаю, что они там делают, такую роль. И там они пишут, вот, отщипывают, что-то такое. Вот садишься и... А, вот, вот, вот. Прикольно. Спустились ночью. Не ночь уже, так, где-то 22:45, но в бассейн плавать уже нельзя. Но вот здесь кафе можно посидеть, там если у вас что-то с собой фрукты, можно покушать. Так, у нас такое вечернее пиршество. Вот это тайский виноград крупный, мангустин. Будем пробовать корейский соджу. Тут у нас меконг, маракуйя, манго, бэби ананасы, мандаринчики. В общем, полный ассортимент. Вот такой кофе 7-Eleven. Холодный, ну как молочный коктейль. А, это у нас самолета осталось ничего, не было в холодильнике было? Нет. И вот сидим вот в кафе, то есть терраса, где проходят завтраки. Здесь уже вот они вот эту закрыли улицу, днем она проветривается. И без проблем можно сидеть, ну только в бассейне не купаться. В бассейне не купаться, но, видимо, связано с тем, чтобы там посетители так не шуметь. Тоже так же в целях.